Ребята, всем привет! Добро пожаловать на Advance Bay. My life, my style. Хочу показать, что мы сегодня делаем. Мы сегодня спиливаем дерево. Вот, ребята, tree service. Кому надо, пожалуйста, обращайтесь. Kingdom компании. Давай, пропускай, давай, интересно. What's up, guys? Getting it done, cutting this tree down. A dragonfly nest? The black one? Or it's a spatula for barbecue. Yeah, it's a barbecue thing. Barbecue thing. Yeah, it's a barbecue thing. Who's been trying to barbecue up there? This is Michael right here, guys. Misha, guys. Misha, привет. Привет, привет. Taking this tree down right here. Уже видите, сразу солнце стало палить. Да. И будет жарко здесь. Будет жарко. Сейчас все ветки пропустят через дробилку. Так что, тебе надо больше лестницы? А что, Аста не принес еще, что ли? Молодец. Мы тем сразу ее валить целую, мы хотим по кусочкам ее подрезать, ага. Когда маленькие упадут, потом уже больше. What if you cut it from here? Если лестницу вот, смотри, лестницу вот здесь поставить, напилить туда. По-хорошему мне нужно залезть туда, чтобы можно было встать, знаешь? Ну да. А у тебя есть такая лестница? Дальше ты подумаешь, как делать правильно. Я говорю, если отсюда попробовать. Можем лестницу поставить, будем пилить, оно на нас будет все падать. А всю большую опасно, да? Вот это вот можно, а их можно, в принципе, сделать. Но когда я здесь стою, не дай бог, она как-то сыграет и туда, знаешь? Даже лестницу заденет, я слечу с ней. Я знаю. Пилим! Чек-чек! Гарик! Жалко дерево, но оно растет неправильно. Поднимает нам бетон и все остальное. Посмотрите масштабы этого дерева, как оно вымахало вверх. Так, первая попытка не получилась. Hey guys, do not come here at all, okay? Stay right there and further. You're a basketball player, давай, кидай. Exactly. Michael, like this, over the shoulder. It's okay, кидай, пробуй. Залетит, я верю в это. Так, ветер поднимается. А что ты так кидаешь?
вторая попытка. Поднялся ветер немножко, поэтому боюсь, чтобы не было больше проблем. Все, все, смотрите, что происходит. Слава Богу. Ну давай посмотрим. Я хочу встать сюда, вот что я хочу сделать. Зачем? Почти, нормально. Стой. Майкл, слезай, слезай. Да, you can pull it from the other side. Вот наш трактор. Трактором будем тянуть дерево. Да. Да, давай, я буду. Я в сторону буду тянуть. Давай возьмем, туда будем. Давай, пили. Я здесь надрез делаю спереди. Окей. Потом сзади буду пилить. Ты ее не двигай пока, только как я где-то, скажем, если она уже идет, конечно, пили. Но дай мне чуть-чуть времени, чтобы я сзади там ее подрезал чуть-чуть. Потому что если будешь тянуть, и она не подрезана, она будет просто, ну, помешать. Неправильно это может изыграть. Окей. Ты сейчас спереди будешь резать? Спереди вырез делаю, okay. Сзади буду уже резать ее. А подвинь эту барбекюшницу, мало ли.
деревья. Так что спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, что вам было это интересно. Еще раз подписывайтесь на наш канал. А мы с вами увидимся позже. Все, ребята, всем пока.